самый главный почтальон у Деда Мороза. Кто? Как его зовут? Снеговик. Снеговик, правильно. Снеговик уже собирает все подарки. Да, Снеговичок? Да. Он не слышит. Собираешь подарки? Обязательно, обязательно. Все подарки собрали. Да, все. И письма надо на следующий год. Я вас услышал. А где хранят письма Дедушки Морозу на следующий год? Морозилки, правильно, прям в морозилку, и целый год они будут храниться. И Снеговичок оттуда их заберет. Я хочу поздравить жителей Северной долины. И знаете, что я хочу сказать? Вы живете в историческом месте. У вас есть гора, как называется гора здесь? Парголова. А рядом какой парк находится? Шуваловский. Да, Шуваловский. А вы знаете, как... Не просто всем новоселам, а даже если фильм посмотреть, едут новоселы. Как им трудно, тяжело. И вам тоже непросто. И детских садиков не хватает, и школ не хватает, и дорог не хватает. Но через... Хватает? Но не всем, наверное, очередь есть. Но через 2 года у вас все это, да, будет. Поэтому я вас поздравляю. Успехов, здоровья, чтобы все ваши желания исполнились. Хорошего Нового года и праздничных дней. Хотят подарки. Дети, хотите? Ну вот. Тогда мы вам дарим подарки. Бесплатные билеты на новогоднюю елку. 300 билетов! Не расходитесь, глава района. Где глава района?